Краевой форум «Моя вера православная» прошел в молодежном лагере «Дубрава» в станице Убинской. Участниками мероприятия стали более 100 человек. Это представители православных молодежных организаций и объединений, студенты, специалисты по делам молодежи. Очень мало среди молодежи верующих православных. Я сюда приехал и удивился, что почти целый храм стоял молодежи на божественной литургии. Мне это очень понравилось, я хотел бы с ними познакомиться. Обожаем такие выезды, потому что идет сплочение молодежи, общение, и делимся своим опытом, даже миссионерствуем, потому что здесь не только православная молодежь, и люди далекие от церкви. Мероприятие посетили почетные гости, священнослужители, представители Министерства образования, науки и молодежной политики края, а также Федерального агентства по делам молодежи. Уже не первый год взаимодействуем с организаторами, с Министерством образования Краснодарского края, с епархией. Также сюда приехали наши партнеры из Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, с которым у Федерального агентства по делам молодежи заключено соглашение. И поэтому я убежден, что мероприятие будет полезным и интересным для самой православной молодежи. Одним из главных событий форума стала божественная литургия с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского владыки Григория. В настоящее время мы, я имею в виду священнослужители, стараемся активно работать с православной молодежью. И самое главное, наша задача – молодежь воцерковить, то есть буквально привести в храм, сделать их добрыми наследниками тех традиций, в которых мы живем, в которых жили наши предки. Молодежи Северского района желаю здоровья, сил, всего самого доброго и, самое главное, доброго духовного состояния, добрых идей, добрых мыслей, которые требуют своего воплощения в этой жизни. Цель проведения форума – духовно-нравственное воспитание молодежи, сохранение и приумножение культурного наследия Кубани и России. В этом году он посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.